Добрый день. Мне очень часто задают много вопросов по наших видео на канале YouTube в профессийном носине. О разных особенностях, о технологии, о как правильно вырастить продукты. И сегодня я хочу вам дать ответ на некоторые из вопросов, которые мне поступили. Здравствуйте, Юрий. Расскажите, пожалуйста, более подробно о специфике выращивания овощных культур в разных регионах Украины. Например, в центральной и северной части страны. Действительно, у нас страна очень-очень огромная, и юг отличается от севера и количеством осадков, и температурой, и количеством световых дней. То есть это очень важно для растения, для культуры. Если говорить о, в частности, в разрезе о культурах, вот, например, для огурца, в принципе, нет различия, это будет юг, или это север, или это центральная Украина. Один и тот же гибрид может успешно произрастать во всех климатических зонах Украины. Единственное, конечно, что будет различие в сроках созревания. На юге, где больше тепла и больше света, он будет быстрее созревать. На севере это будет немножко оттянутый период созревания. Ну и плюс необходимо также в каждой своей климатической зоне уже смотреть, наблюдать за болезнями, за вредителями, потому что могут развиваться различные болезни в различные периоды. Если же говорить это о бахче, то бахча — это все-таки более типично для юга Украины. Но тем не менее на севере тоже получают неплохие урожаи, и получается арбуз. Конечно же, он уступает размером южному арбузу, то есть мы прекрасно понимаем, что мы не получим арбуз весом 10 или там 15 килограмм. Для севера более будут подходить это ранние гибриды, которые быстро отдают урожай и которые имеют средний вес арбуза от 6 до 8 килограммов. Можно успешно выращивать его и на севере Украины. Если сказать о томатах, то томат — это тоже более универсальная культура, подходит для возделывания как на севере, так и на юге. Единственное, что необходимо смотреть в характеристике томата, какие есть устойчивости, то есть заболеваниям. Понятно, что на севере это более будет болезненный томат, более к нему надо внимательно относиться, к заболеваниям, но и подбирать селекцию, в частности, например, вот если брать по селекции, селекция United Genetics очень хорошая, она универсальная как для севера, так и для юга. То есть у нее хорошая устойчивость к альтернарию, это юг, это высокие температуры, и к бактериозам, что немаловажно, это бич появился и для юга Украины, и на севере. То есть селекция именно этой компании направлена, ну, на всеохватывающее, направлена для Украины, как для севера, так и для юга.